Футбольный клуб «Тамбов» потерпел первое поражение в чемпионате. Неудачей обернулся выезд в Липецк к местному «Металлургу». Наша команда повела в счете уже на 23-й минуте матча. Голом отметился Андрей Часовских. После этого тамбовчане имели еще несколько хороших возможностей для взятия ворот, за что порой нещадно получали по ногам. Оборонялся Липецк до 82-й минуты. Хорошо знакомый тамбовчанам Андрей Овчинников сначала сравнял счет, а за мгновение до финального свистка и вовсе принес «Металлургу» победу 2-1. К слову, заканчивать встречу нашим футболистам пришлось без вратаря. Красную карточку получил Даниил Гавиловский. Судьи не комментируют, потому что мне их комментировать не желательно. Мы потеряли 3 очка. Идем дальше. Следующий матч тамбовчане проведут 4 октября на домашнем поле. В гости приедет «Локомотив» из города Лиски Воронежской области. Сейчас наши футболисты по-прежнему лидируют в чемпионате, а ближайший соперник занимает 6-ю строчку в таблице. Начало матча в 15 часов.